шоу «Барабанщиц. Награждение. Слова благодарности». Громкий концерт отгремел в Засвияжском районе Ульяновска. Повод самый подходящий – открытие обновленного Дома культуры «Строитель» после ремонта. В следующем году учреждение отметит 60-летний юбилей. За долгую историю ДК ремонтировали лишь в 1979 году. Новый облик родному Дому культуры помогли обрести сами жители. Обратились в городскую администрацию, узнали о действии программы «Народный бюджет», где ульяновцы сами выбирают, куда потратить бюджетные средства. Инициаторов поддержали, а на ремонт строителя выделили около 9 миллионов рублей. Он не просто отремонтирован, он полностью оснащен, переоснащен, обновлен. И я уверена в том, что в новом зале будут рождаться новые интересные творческие проекты. По инициативе жителей города, кроме ремонта зала, закупили новое звуковое и световое оборудование, восстановили фасад, преобразили фойе. В концертном зале отреставрировали большую хрустальную люстру. Исторический облик здания, в том числе лепнину на потолке, сохранили. Все, на мой взгляд, сделано с высоким качеством, без претензий. Новые кресла прекрасные, мягкие, удобные. Люстра новая, обновленная или реставрированная. Занавесы новые повешены. В общем, чудесный зал. На официальной части мероприятия представители городской думы и законодательного собрания вручили благодарственные письма всем, кто принял активное участие в обновлении Дома культуры, активным семьям, жителям и подрядчикам. Напомним, ремонт здания проходил в рамках реализации нацпроекта «Культура». Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.